Добрый день, дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. Рада вас всех видеть. Всем хорошего настроения. Сегодня собираюсь поехать в магазин одежды и обуви. Я хочу там присмотреть себе сапожки, друзья, зимние. Да, у меня там возникла проблема. Сломался замок, и уже подошва что-то, я смотрю, в одном месте в зоне пяточки стала отклеиваться. В общем, сапожки надо менять. А то случится такой казус в самый неблагоприятный момент. Эти сапожки могут окончательно порваться, друзья. Так что я запланировала сегодня поход в магазин, и поэтому приглашаю вас вместе со мной. Сейчас иду на остановку. Ну, конечно, попутно вам показываю цветы. Лето у нас, друзья мои, закончилось официально по календарю. Но последние деньки стоят теплые. Потом обещают похолодание. Цветы наши еще пока держатся на солнышке. Ну, как ударят первые заморозки, от них ничего не останется. Поэтому любуюсь до конца вместе с вами, дорогие друзья. Я уже в магазине. Решила попутно вам показать, какая есть там обувь. Магазин — это планета одежда, обувь. Здесь я иногда бываю, покупаю себе то, что мне необходимо. Обувь здесь довольно-таки разнообразная. Цены довольно-таки тоже приемлемые, друзья. В общем-то, обувь такая на каждый день. Есть что-то и более интересное, ну, есть совсем неинтересное. В общем, модели разные. В данный момент преобладают летние модели. Хотя уже, в общем-то, и осень у нас не за горами, полноценная впереди зима. Но обновление товара не такое, в общем-то, интенсивное, как было ранее. Видимо, все-таки логистика сейчас не так работает, как работала до ковида, друзья. Но, тем не менее, я смотрю, здесь появились какие-то новинки и вам показываю. А также я сейчас буду продвигаться в сторону, где зимняя обувь. Не знаю, что там есть, какие есть новинки. Мне так кажется, что там вообще ничего нет, друзья. Что выбора будет, ну, так сказать, мало. Посмотрим. Я вот смотрю, есть летние модели интересные, привлекательные. Ну, уже брать что-то либо смысла нету, потому что уже осень, и уже надо присматривать теплую более обувь. Сейчас очень много моделей на низком каблуке. Мне это очень нравится. Очень это импонирует, потому что ходить мне сейчас на высоких каблуках уже тяжело. Ну, бывает, конечно, я одеваю там на праздник, на какое-то праздничное мероприятие невысокий каблучок. У меня есть и босоножки, и есть и туфли на невысоком каблуке. Но все равно предпочитаю ходить в более удобной обуви, в кроссовках, друзья. Или, например, в каких-то мокасинах. В общем, как бы подбираю под свою одежду. Вот и сейчас я обращаю внимание, что здесь есть, что здесь интересное. Понравились вот эти вот босоножки, друзья. Такие нарядные они, устойчивые у них каблучок. Ну, конечно, брать я их не буду сейчас, мерить тоже, потому что я приехала все-таки за зимними сапожками. И буду их искать сейчас. Ну, в данный момент я вам показываю, какие огромные здесь ряды прилавков. Большой огромный магазин. Здесь есть и сумки, друзья, и рюкзаки детские. И многое другое. Так, друзья, я выбрала себе сапожки. И сейчас я вам покажу немного вид их. Вот такой вот. Я их
померила, сапожки мне понравились. Удивительно, мне повезло, был мой размер. Вот такие вот сапожки на таком вот каблучке невысоком. Такой каблучок я и хотела, друзья, чтобы он был устойчивый, невысокий, чтобы подошва была тоже не скользкая, потому что у нас очень сильный гололед. Вот я вам демонстрирую перед зеркалом. Очень-очень теплые они, довольно такие высокие голенища. Видите, у них почти под самую коленку подходит. Доходит до самого колена, вернее говоря. В общем, все меня устраивает. Цена устраивает тоже. И самое главное, что я брала уже сапожки этой фирмы. И довольно долго я их носила. Поэтому я, даже не раздумывая, их возьму. Дома будет более полноценный обзор сапожек. Девочки, сапожки я купила. Вот, а сейчас я подошла к сумочкам и смотрю сумочки. Девочки, большой, огромный выбор сумочек. Сумочки очень интересные, модели очень разноцветные, очень разные. Разные у них рисунки, разные у них цвета. И с кармашками, и без кармашек, и большие, и маленькие. Девочки, конечно, я не стала там расхаживать по всем рядам, потому что мне очень жарко. Я в маске, еще в куртке. Поэтому, друзья мои, вообще очень зажарилась. У меня вот упала сумка. В общем, тороплюсь. Хочу вам немного снять этих прекрасных, эти прекрасные модели, друзья. Поэтому не обессудьте, что так все я быстро делаю по пустах, так сказать. Некоторые модели мне очень понравились. Цены тоже довольно-таки демократичные. Вот, ну, сразу скажу, что это сумочки не кожаные. Это кожзам, друзья. Ну, сделано очень-очень все аккуратно. Подойдет под любое платье, под любой костюм. То есть очень разнообразный выбор. Прям какой-то завоз сумок, друзья. Лучше бы такой был завоз сапожек. Ну, вот сейчас я вот, друзья мои, осматриваю сумочки. И в дальнейшем хочу пройтись по рядам верхней одежды. Ну, верхнюю одежду я уже вряд ли буду показывать, друзья. Так как я это сделаю очень быстро, если там ничего интересного нет, я снимать ничего не буду. Буду, значит, выдвигаться на выход, друзья. Что терпение мое уже лопается. Я изнемогаю от жары. Вот мне еще нравятся вот такие вот сумочки, друзья. Они, видите, с такими милыми косыночками. Косыночки, ну, я думаю, что, конечно, не натуральный шелк, но ткань как шелковая. Очень-очень милые сумочки. И цена довольно-таки приемлемая, друзья. Просто-просто милые, просто милые сумочки. И вот эта вот мне сумочка очень понравилась. Она такая в виде саквояжа. Ну, мне кажется, такой формы, как в виде саквояжа. Очень интересная сумочка. У нее еще плюс длинная ручка. Видите, какие-то там у нее висят прям бомбасы. Я сразу не обратила внимания и не показала вам. Ну, наверное, сейчас все равно можно увидеть, рассмотреть. В общем, сумочки просто замечательные. Некоторые модели мне очень нравятся. Вот такой огромный ряд здесь сумок. Вот еще хочу вам показать вот эти сумочки. Здесь они немножко по-другому выглядят, видите. Здесь у них другой замочек. Совсем другая немножко модель. Но опять же с косыночкой. Вот. И цена у них, девочки,
А цена у них 700 рублей. Вот я вам прям показываю. 700 рублей. В общем, вообще даром. Вот такая сумочка на каждый день. Огромное разнообразие цвета. Разные сумочки. Просто чудные. Немного решила показать вам по пути платьица. Платьица тоже есть разнообразные. Ну, знаете, ткань такая в виде шифона. Конечно, это не натуральный шифон, но очень приятная, нежная ткань. Платьица очень милые, разноцветные. Представьте, вот такое платьица и те сумочки. Вот, ну, размеры маленькие, на меня таких размеров нет. Друзья, если бы на меня был бы размер, я, конечно, бы померила и показала бы вам это платье. Вот такие ряды, друзья. Я вот продвигаюсь к верхней одежде. Хочу посмотреть, какие здесь полупальто, какие здесь куртки. Ну, конечно, мерить ничего я не буду, потому что очень жарко. Я уже устала. И иду, друзья мои, на выход. Интересного в моделях верхней одежды я, девочки, ничего не увидела. Поэтому так мимо них пробежалась вместе с вами. Быстренько посмотрела. Ну, там, если и были что-то, какие-то либо интересные модели, но они были маленького размера, более такие молодежные. И вообще ко мне они никак не подходили. На этом я заканчиваю свое видео. Всем большое, огромное спасибо, кто был со мной, кто досмотрел со мной это видео до конца. Всем пока-пока. До скорых встреч.